На живодера завели уголовное дело накануне. 17 мая в поселке Боровском на глазах у соседей, среди которых были и дети, мужчина жестоко расправился с псом. Сначала он зарубил пса топором, а потом расчленил бензопилой на части. После совершения убийства сложил все останки в мешок и закопал на окраине поселка. На данный момент ведется расследование. Преступнику грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо арест сроком до 6 месяцев. По данному факту была проведена проверка, в результате которых установлен состав преступления. Он квалифицирован по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть жестокое обращение с животным. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, который подозревает в совершении преступления. В 2012 году по той же статье осудили жителя Бердюжского района. Напомним, местный фермер привязал собаку к бамперу машины и протащил ее по дороге. Это было наказание за гуся, которого пытался поймать пес. Животное осталось живым. Обвиняемому вынесли приговор в виде обязательных работ сроком на 360 часов.